Доброе утро, мои дорогие. Ну вот, я и в Питере. Теперь не знаю, наверное, ни закатов, ни рассветов не увидишь, одни дома. На удивление, спала хорошо. Но я вчера приняла 50 грамм на душу вискарика разведенного. И прям проснулась в 4 часу, повалялась немножко и опять уснула. Вот. Темень еще. Ну вот, большой город. Кстати, у меня, можете меня поздравить, у меня первый заказ с магазина Инстаграм. Вот, сегодня надо, поедем в здание в СДЭК и отправим девушке. Вот. И сегодня должна приехать Татьяна Валерьевна моя из Мурманска. Надо с ней увидеться. Так что дело опять предстоит. Ну ладно, пойду я кофейку попью. Раз уж утро-то. Как там Маська, мой, интересно? У них же там вчера забрали Витя с Олей его к себе. А у них же там котов, Витя говорит, даже не знаю, сколько штук. Вот. И мама там его, кошка. Не знаю. Я ему и говорю, я говорю, приеду, ты мне расскажешь. Вчера глаза вытаращил. Ну ладно, пока смотреть не на что. Серость и темень. Саша мне купила тарелочки-то новогодние. Ну, я считаю, а что новогодние-то? Я вообще люблю тарелочки. Вот не круглые, а разных форм, прямоугольные. Еще она мне купила стрекоз. Ну, смотрите, какая прелесть. А потом, почему новогодние? Да можно что угодно задекорировать такой красотой. Единственное, что я думала, что они более плоские. Они нет. Они прям такие объемные. Но все равно чего-нибудь придумаем. Прям. Ну, гляньте, какая красота. Ой, да куда угодно, господи, хоть на штору там повесить или, ну, не знаю, это потом уже видно будет. У меня спят все, поэтому я так тихо разговариваю. Ой, какую мне Саня штуку приготовила. Какая прелесть, но это пластик. Ну, пластик пластиком, но можно же из этого браслет сделать. Можно серьги сделать. Брать вот эти нитки, соединить колечками. Ой, да можно что-то и в украшениях использовать. Хороша штука. Хороша штука. И прям эти штучки так, кристаллики прям так на свету хорошо играют. Ну ладно, куда-нибудь мы все равно это дело пристроим. Ну, смотрите, в Крыму расцветает к 9 часам. Ну, даже 9:30 где-то. А сейчас 9:30, вот только-только это расцветать начало. Ну, правильно, это ж Питер. Если в Мурманске полярная ночь, а чего от Мурманска до Питера 1400 километров? Ну, да. Тут еще короче день. Ну, ничего. Уже видно что-то.
мне уже не сидится дома, я бы уже куда-нибудь поскакала. Ну вот, жду звонка от Татьяны Валерьевны. Ну вот, и Татьяна Валерьевна уже приехала в Питер. Сейчас приедет в гости ко мне. Я отдам украшения, которые я ей делала. Ну, какая молодец. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Ну, ей на самом деле еще пересаживаться. Не знаю, сегодня или завтра, когда она там. Вот, она еще в Иваново дальше поедет на Новый год. Сейчас приедет. Смотрите, Нева вся во льду. Слушай, вроде морозов-то таких еще не было. Он что творится? Торосы какие торчат. А мы с Татьяной Валерьевной не высидели дома. Да я говорю, не высидели с тобой дома. Ломанулись куда-нибудь. Да, вот сейчас, а ты снимаешь, вот сейчас вот где-то этот вот, знаешь, сделан, как акула. Да я видела. Я ж мотаюсь-то сюда. Обалдеть, прям весь. Сегодня солнышко. Смотрите, какой необычный лед-то какой. Да, наверное. Акула с глазками. Угадайте с трех раз, куда мы с Татьяной Валерьевной приехали. А приехали мы в секонд-хенд, в который мы с Сашкой любили ездить. Вот сейчас будем тут ходить смотреть. Ну, смотрите, какая, с какими ушками. Господи, прям пала в детство. Купить в Крыму, ходить во дворе. Ой, тут таких столько всяких. В результате Татьяна Валерьевна накупила джинс мужу. Ну чё? Ну, слушай, большевато как-то это. Не знаю. А я купила одну скатерку новогоднюю. Мерила. Что-то ничего не нравится. А у Саши нет такой скатерти. Вот я ее постираю. Так-то классная. Да. Ну вот, попрощались с Татьяной Валерьевной. Я ее посадила на ее автобус. Вот пока в этом секонд-хенде там уже и на улице стемнело. Да, короткий день, конечно. Недалеко от Мурманска ушел Питер. Окна грязные везде в транспорте. И машины все грязные, потому что такая погодка-то на дороге сыра. Ну а что, лучше бы я там дома просидела. Саша на работу уехала. Так хоть с Татьяной Валерьевной поболтали. Когда теперь опять увидимся? Ну вот тут снимают мультфильмы «Мельница». Видели, наверное, на заставках мультфильмов. Ой, такое стекло грязное, ничего не видно. Такая торговля. Вон какие. Эти лапонька какая. Ой, в метро. В метро Дыбенко. Вон что творится. И веточки, и маленьких елочек где-то наруби. Господи.
Бедные елочки не дали вырасти. Вон их везде там торгуют. Елки кругом, елки. Это проспект большевиков. Вот Ледовый дворец. Добираюсь домой сама. Не знаю как, но так вот. Вон там тоже что-то красивое. Красота какая. Ой, а если вот такой рынок, значит тут метро. Так, мне вот туда. Ну вот и вечер уже, мои дорогие. А пока приехала, пока приготовила покушать. Татьяна Валерьевна позвонила, мы с ней еще поболтали. Ну вот и день заканчивается. Саша приедет в 11 часов с работы. Это еще 2 часа. Вот и день прошел. Вот вроде бы, не, вот так разобраться, сейчас смотрела, да, что снимала. Да вроде ничего особенного. Вроде ничего интересного. А я довольная. Устала, конечно. Намоталась я. Это для вас там несколько секунд. Что там я где-то. Устала. Не могу я долго ходить, да и по транспорту мотаться. Но я довольная. Татьяна приехала, мы с ней пообщались, вон сколько времени. Видимся-то редко. По Питеру пусть по одному району, но помоталась. Правда, немножко обидно, что как-то... Разочаровал сегодня меня этот секонд-хенд. Очень там было много вещей, прям хороших, качественных, брендовых, новых вообще. Но либо совсем не мой стиль, либо не мой размер. Жалко. Но это сеть магазинов в Питере. Я думаю, что мы еще с Саней найдем. Съездим, время еще есть. Вот, так что я довольная, хоть и усталая. Питер меня, конечно, взбадривает. Ветер холодный, прям холодный ветер. Как в Крыму. Но все хорошо. Немножко снежку. И такое какое-то уже начинается предновогоднее настроение, что приятно. Вот. А завтра... Я сегодня до СДЭКа не доехала. Завтра надо с утра. Ну, ладно, не буду загадывать, но надо в СДЭК съездить. И что я завтра... Мне уже написали 5 человек. Ой, покажите, в какой квартире живет Саша. Конечно, покажу. Покажу, вот надо снять, да. Ну и, девчонки, планов громадьё, но сами понимаете. По музеям я ходить не буду. Я по ним находилась. За года. А сейчас у меня просто нет сил по ним ходить. Просто нет. У меня задача какая? Купить фурнитуру. Я уже сегодня заказала на Алиэкспрессе. Отсюда, от Саши. Вот. Мне нужно купить фурнитуру. Мне нужно съездить на Апраксин двор. Кстати, огромное спасибо девочкам, которые мне тогда написали давно уже, что там много таких магазинов. Теперь я знаю эти магазины. Вот, за камушками, за бусинками. Вот. Дел много. Что надо еще до Нового года успеть. Ну, а Новый год встретим, там видно будет. Так что, мои дорогие, на что, мои дорогие? Будем деньги тратить, как говорится. Ну что, зато я потом приеду, привезу с собой. У меня уже там мало материала дома осталось.
Вот. Руки у меня чешутся на это дело. Я без этого не могу, поэтому уж вы меня простите. Вот так вот. Ну, я довольная. Я сегодня Татьяне Валерьевне рассказывала про кота. Мы тут с ней увалялись. Ну, ладно. Давайте прощаться до завтра. Заката нет, конечно, тут никакого. Я и не знаю, с какой он страны тут бывает. Ладно. Район для меня новый. Еле сегодня вернулась домой. Звонила Даня, он меня направлял. Я умудрилась уехать немножко в другую сторону. В общем, из-за этого больше и устала. Вот. Ну чего, давайте постараться не болеть. Хотя фиг его знает. Вот как-то много людей. И как-то больше опасаешься, чем в Крыму. Ну, ладно. Посмотрим. Бог не выдаст, свинья не съест. Так говорят вроде. Но все равно давайте постараемся не болеть. Ну уж, понятное дело, не грустить. И двигаться к Новому году. Пока. Все, я вас люблю. Девчонки, сейчас, может, сильно отвечать на комментарии не буду, но я читаю. Я хотя бы, вот видите, вам там ставлю сердечки. Вот, просто потому что сейчас я, конечно, в беготне тут буду до Нового года. Вот. Но я стараюсь читать. Я про вас все время помню. Все время. Иначе я бы не снимала каждый день. Ну, давайте. Всего всем хорошего, здоровья крепкого. Ну и пока-пока.